Только теперь стала понятна причина трагедии, оборвавшей жизнь 35-летней актрисы. Белокурая красавица Ольга Белеева покорила сердца зрителей после выхода на экраны страны фильма «Все будет хорошо», где ее героиня, пройдя сложные испытания, обрела семейное счастье. В реальной жизни судьба этой талантливой актрисы сложилась совсем иначе, а не женской долей Ольги Беляева и случившейся с ней трагедии. Самой заметной работой Беляевой стала мелодрама «Все будет хорошо», вышедшая в 1995 м в которой она создала образ Тамары Самсоновой, затем фантастики «Четвертая планета». Она блистательно представила зрителям героиню Таню, а спустя три года яркая актриса убедительно сыграла отвергнутую возлюбленную Люсю музыкальном фильме «Перекресток». Надо отметить, что эти три картины снял Дмитрий Астрахан. Если говорить о личном, то и здесь у актрисы произошли перемены. В 1993 году у нее родился сын Павел, и казалось, что теперь ее семейному счастью не будет конца, но судьба преподнесла молодой женщине жесткие испытания. Когда сын был еще маленьким, Дмитрий Астрахан объявил жене о том, что он полюбил другую женщину и уходит из семьи. Его очередной избранницей стала молоденькая балерина Елена Громова. После развода Ольга осталась одна с ребенком на руках, но завязывать новые отношения с мужчинами не торопилась. Все свое свободное время она проводила с сыном, продолжала сниматься в кино и строила планы на перспективу. Детектив режиссер Александра Полынникова «Тонкая штучка» оказался последним в ее фильмографии. Причиной тому стала случившаяся трагедия в реальной жизни актрисы. Однажды ночью, в один из прекрасных майских дней 2000 года в доме, где жила Вилеева со своим семилетним сыном, произошел пожар. Прижав мальчика к себе, Ольга выбежала из объятого будущем пламенем помещения на улицу. Полученные ею обширные ожоги оказались несовместимы с жизнью. В течение 10 дней врачи пытались спасти молодую женщину, но тщетной 21 мая 2000 года сердце 35-летней актрисы остановилось. Сынишка Павел тоже сильно пострадал от огня, но ему удалось выжить. Дмитрий Астрахан отправился отправил его лечиться в лучшую клинику США, где врачи помогли ребенку восстановиться. После лечения пройденного курса реабилитации отец забрал сына к себе.